Ну и магистральная тема выпуска праздничная. 23 февраля – День защитника Отечества. Как правило, накануне этой даты проводятся различные молодецкие забавы. Конкурсы «А ну-ка, парни!» организуют экскурсии в воинские части. Задача – познакомить будущих новобранцев с правдой армейской жизни. И физподготовка играет здесь важную роль. В этом убедились наши школьники и я вместе с ними. Молодецкие забавы, так называется ежегодный конкурс, который проводится в честь 23 февраля. И сегодня с молодцами Клина я попробую пройти все спортивные испытания. Привет, ты что делаешь здесь? Здравствуйте. Я собираюсь подтягиваться. Слушай, давай поспорим, кто больше потянется, да? Дядь, ты не слишком стар для этого дела. Это молодецкие забавы, здесь все молодые. Пошли. Володь, ну скажи, в чем секрет твоей скорости? Ловкость рук и никакого мошенничества. Володь, а почему так важно уметь разбирать и собирать автомат? Потому что в нем сила. А кроме как разбирать и собирать автомат, настоящий мужчина должен уметь стрелять из оружия. Привет. Здравствуйте. Ну скажи нам, пожалуйста, насколько это сложно и как вот попасть в самое яблочко? Ну, во-первых, надо задержать дыхание и целиться прямо в центр. И уже после первого выстрела смотреть, куда ушла мишень. Ну что ж, я попробовал свои силы в этих молодецких забавах. И могу точно сказать, это здорово, весело, а еще это отличная подготовка для будущих защитников нашего Отечества.